Я нахожусь в Dream Team House, и тут очень даже хорошо. Компания приятная, люди, блин, пышущие идеями. Да. Это я. И да. Я. Ой. Ребят, я хочу передать большой привет от меня и от Димы. Короче, я очень рад и счастлив познакомиться с Женей, потому что, блин, это что-то новое, это что-то очень интересное, даже не что-то, а кто-то. Блин, спасибо тебе, правда, за то, что ты возвращаешь интерес к балладам и интерес к новой думающей музыке. Спасибо огромное, это да. Просто... Я как у бабушки, я 100 слов... Маме привет! Знаешь, когда бабушка с днем рождения поздравляешь, типа, с днем рождения, она тебе миллион слов подписывает сверху. Вот сейчас было... Короче, я дедушка, если что. А когда слушают песни, они понимают то, что они не одни такие на земле. То есть ты человек вот сидит прям одинокий, да? И он слушает песню, где там строчки там, типа, я одинок, там еще что-то. И вот он слушает, и у него на душе там я не один такой. В момент была форма, что совсем, скажем так, баллады, как будто бы не работает, но ты сломал этот момент. Серьезно, вот ты сломал с собой. Что-то по-другому. Кто к нам приехал? На М, на М. Матвей. Нет. Вот мы снимаем. Димочка, снимаем. Андро, Дима, снимаем. Хватит петь. День у нас постоянно. Вот Димон приехал. О, Тимур приехал. О, приятно знакомиться. Здорово. Мы вместе живем здесь. Тоже здесь живем? Послушай, ну почти уже, мне кажется. У нас каждый день в доме смешиваемое, не смешиваемое вообще происходит. Смотрите, Димон приехал. Сейчас танцует танец Иксо. Это максимум? Максимум. Все готово? Когда туса зашла слишком далеко. К нам приехал Дима Билан, у нас тут просто полная вечеринка, просто максимально, просто максимум. Смотрите, к нам приехал в гости. Влад. Мне хоть, знаешь, Англию. Вот отсюда. Вы пересняли? Тихо. Все, тихо всем. Два. Просто саундтрек нашего дома — это песня Иксо. Сейчас все будут танцевать. Финальный. Ура!